Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередная еженеделька, конкурс на Угника, как я и говорил. Разыгрываю я Угников каждую неделю, участвуют ребята все сервера, потому что многие ребята все время спрашивают, когда, где, что, почему. Я вам этот видос просто опять прикреплю на стартовую страничку, чтобы вы понимали. Еженеделька идет с понедельника по воскресенье, участвуют видосы за неделю, то есть это каждую неделю, ребят, есть за неделю, там у меня куча видосов, у вас должно быть как минимум 15 видео, должна быть открыта страничка обязательно, то есть у вас должны быть открыты видосы, которые вам понравились. Ну и соответственно, если вам повезет, то есть рандомайзер выберет вас, вы получите приз. Если у вас есть огник, решим с другим призом. То есть это никогда не была проблема. Все ребята оставались довольны по поводу условий. Уже не раз объяснял, рассказывал, что надо делать. Сейчас будем выбирать очередного победителя. Это за предыдущую неделю. А завтра, уже в понедельник, я выберу еще одного за эту неделю, которая была. Потому что так получилось, что вышла и новая версия Castle Clash, где я играю, вышла эта версия, обновление у нас появилось, поэтому у меня не хватает времени на все, я не хочу тоже засорять 1000 видосов на канале, вы не успеваете их просто смотреть. Вот. То есть условия все те же, ничего сложного, участвуют все сервера, там русский Android, английский Android, Тайвань, iOS сервер, потому что многие ребята с iOS все время спрашивают, iOS участвует, не участвует, iOS тоже участвует, то есть это не есть проблема, у меня есть iPhone, где можно забрать приз. Вот так вот. Итак, что по условиям? Это у нас десяточка на экране, то есть здесь будет вам видос топовый опять. Опять же десяточка, никто ее тоже не отменял, это аккаунт, который прокачан будет с фулом, ну то есть со всеми героями, и я его тоже разыграю. Условия по десятке ищите в плейлисте десяточка. Это полностью фуловый аккаунт на английском сервере с топовыми героями, с прокачками, с ресурсами. Ну в общем, кто знает, что такое десяточка, те знают. Кто нет, посмотрите плейлист десятка. Так, окей. Поехали, покажу вам, сейчас я перенесу. Открою свою страничку, и вы увидите условия, что надо, чтобы у вас было. Так, захват экрана, вот я вам открыл его. В общем, видео, вот заходим сюда, плейлисты видео. Вот у меня идут видео, которые вышли на канале. Да, вот один день, два дня, четыре дня. То есть за целую неделю кучу видосов, они все участвуют. То есть стримы и все остальное. Так, 5 дней, 6. Жесткий облом неделю назад. Вот это, по-моему, видос. Это мы зафейлили. На выходных, по-моему, я делал видео, где я зафейлил эволюцию на бездонатном аккаунте. Я просто уже не помню, честно скажу. Я все время собираюсь записывать. В этот раз я уже запишу, какой был видос последним. И уже разыграю завтра до него. То есть этот видос тоже будет участвовать. Так. Вот две недели. Атака фортов. Это было у нас воскресенье. Дар жизни. Это у нас было начало, по-моему, понедельник. Давайте так вот. От дара жизни считаем. Так, тут один, одна линейка, две линейки, три, четыре, пять. 5 на 6, 30 и плюс 3, 33. Вот 33 видоса. 33 видоса до жесткого облома. Следующий это день на старт будет. Это будет первый видос. Вот 33 видео. Поехали от 1 до 33 сгенерировать. Число 27. Возвращаемся обратно.
Сейчас вы просто для тех, кто уже не знает, чтобы вы просто понимали, как это все происходит, я вам сейчас покажу. Такс. Я просто не успеваю вам каждую неделю это делать. Я бывает затягиваю, потому что очень много работы. Я, это мое хобби, у меня основная работа. Так. Два халявных огника, это 2 недели назад мы отдали. Так, вот после атаки фортов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, день, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, минус два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Вот, прокачал имбу на бездоне и вжарил новую волну. Почему я считаю? Потому что бывают видосики с замочками, которые закрыты. У меня очень много видосов записанных еще, и я не успеваю их пооткрывать вам все, поэтому я пересчитываю так для перестраховки. В общем, в комментах, как оставлять комментарии, не пишите мне ссылку, потому что ссылка, видите, попадает в спам. И если будете много спамить, то есть вы за один день там чисто заспамите, за неделю, ребят, вас просто заблокирует YouTube, вы не сможете оставлять больше комментариев, поэтому старайтесь писать там каждый день, либо в пару дней, либо менять комментарии, разные писать, не оставляйте один, потому что у меня нету другой возможности с вами связаться, то есть мне надо как-то выбрать победителя и как-то с вами связаться, поэтому это единственная возможность, возможно, YouTube что-то придумает в этом роде, потому что по-другому я с вами никак не свяжусь. Так, отлично, есть, открыли. Вот, 93 комментария есть. Поехали сюда. Ой, не тот. Вот, рандомайзер для видео. Поехали. Вот, Ярослав, связь, репост ВК, айдишка вот такая вот. Теперь я захожу на его страничку. Видео. Вот, он репостит видосы, вот есть даже этот видос, то есть он делает репосты полностью за весь период, то есть у него есть видео, которое я кидал. Вот если взять прошлую неделю, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, у него нету. Ну вот он делал эти видосы, у него нету больше видосов за прошлую неделю, зато у него есть больше. Ну, суть, хотя в принципе с одной стороны условия для всех одинаковы, мы выбираем в принципе за прошлую неделю. Сарделя неделю назад, неудача. Нету 15 у него видосов, но сейчас пересчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну ладно. Сама суть, что у него есть даже сегодняшние видосы, поэтому красавчик. Я вот чисто отдаю, даже если там 13 видосов, там школьников будет бомбить. Ва, как так? У вас, ребят, возможность есть завтра выиграть. Завтра будет точно такое. То есть 15 видосов за неделю. Так, поехали. Я просто понимаю, что не у всех есть возможность сидеть все время, поэтому это вполне нормально. У него есть видосы, и также у него должна быть подписка открыта на канал. Вот есть открыта подписка на канал. Все, значит, поехали. И я с ним, соответственно, вот через его айдишку. Могу связаться. Сейчас включу VPN-ку.
Ярослав Зинченко. Вот, и тут у него тоже видос или посты есть. Почему у него и куча видосов? Красавчик. Черкасы, еще и с Украины. А вот так вот, то есть победитель. У вас должна быть здесь тоже сделан репост. Вот, в принципе, все условия, которые у вас должно быть. 15 видосов, репосты, открыто все, и будет вам счастье. А бывают иногда случаи, когда у ребят там нету там одного-два видео, как в данном случае. Но у него перед этим есть куча, и сейчас есть куча. Я как бы, ну, вы знаете, я всегда лояльно отношусь к своим подписчикам, стараюсь вам отвечать на стримах. Вот поэтому это нормальное явление, и как бы сильно знаете там, что вот, ну понятно, бомбящие есть всегда, знаете, как в IGG администрация имеет право оставлять за собой любое изменение без предупреждения игроков, то есть, ну это так, вот поэтому, если человек старается, я всегда ему, скажем так, иду навстречу, вот так вот, то есть завтра будет следующий, пишите, делайте условия, только единственное, что говорю, не спамьте, потому что из-за этого половина просто комментариев удаляется самим Ютубом, и многие пишут, я не могу участвовать. Постепенно добавляйте, то есть там с каким-то периодом разные комменты, чтобы я мог просто выбрать. Чем больше у вас видосов, тем больше шанс выиграть. То есть вот так вот. Это все влияет только на ваш шанс. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Поздравляю победителя, завтра будет следующий. Я уже вам все условия рассказал. Всем удачи, всем пока.